для единственной и самой любимой. Приготовим мы курицу с ананасами. Той, кто всегда дарит нам тепло и уют. Значит, самое время нам с тобой начать... Для самой нежной и доброй. Сворачивать куриные ананасовые сверточки. Для самого главного человека. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мамы. И вот так укладываем его в форму. Приготовим вкусное блюдо. Это очень вкусно. Вложив в него всю свою любовь. С днем матери. Готовим с папой День матери. 24 ноября в 17:35. Премьера на детском.